Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, я Вика. Сегодня у нас вот этот вот узорчик. Я, кстати, его вяжу, этот кардиган, который я вам сейчас покажу. Но у меня закончилась пряжа, и я ее жду с Украины. Вообще-то я его планировала еще весной вам показать. Ну, вот не тут-то было. Ну, и лежит он у меня в шкафу, лежит. Этот недовязанный кардиган, кстати, использую вот эту вот люрексовую пряжу, которую мы заказывали с Алиэкспресс. Ну, в общем, думаю, покажу девчонкам, пока лето не закончилось, хотя бы узор. Раз уж я этот кардиган не довязала к этой весне, то показываю узор. Итак, схему я научилась рисовать. Девчонки, спасибо большое за ваши рекомендации. Так что в конце видео обязательно досмотрите. Видео будет не длинным. Будет полноценная схема. Наконец-то на моем канале. Итак, девчонки, число петель. Узор на самом деле простой. Уже мы великое множество дырок мы связали, перевязали по-всякому. Это своеобразное отступление кучинели от своих же дырок. Так, число петель кратно 4 плюс 2 петли кромочные. Так, раз, два, три. Раз, два, три, четыре, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и 14, две кромочные. Так, первый и второй ряд лицевые петли. Ой. Первый ряд. Итак, первый ряд. Я сейчас провяжу два ряда, чтобы отступить от края, чтобы вам было виднее. Один ряд лицевыми петлями, один ряд изнаночными. Это не считается, как бы не входит в узор. И изнаночный, чтобы было просто виднее. Здесь круговое вязание не подразумевается в этом, потому что это кардиган. По кругу вязать нечего. И, кстати, хочу сказать, вяжу я его сверху вниз с капюшоном. Очень интересно. Вот. Итак, узор кромочную мы снимаем. Две петли вместе с уклоном вправо. Две петли вместе с уклоном влево. Вот. Снова вот весь раппорт для первого ряда. Вправо, влево. Вправо, влево. И кромочная, изнаночная. То есть мы провязывали по 2 вместе. И да, вы правы. Число петель сократилось вдвое. Второй ряд. Кромочную снимаем. Первая изнаночная, 2 накида, 2, 2 изнаночные, 2 накида, 2 изнаночные, 2 накида, и 1 изнаночная, и 1 кромочная. Так, то есть первый ряд мы сократили петли, второй ряд мы добавили петли, третий ряд 1 лицевая, 2 лицевая, 1 изнаночная и 1 лицевая. Вот он раппорт. 2 лицевые, изнаночная, лицевая. 2 лицевые и изнаночная, лицевая. То есть, по большому счету, второй накид у нас провязывается изнаночной. И все. Далее мы как бы все. Третий ряд. Четвертый ряд, все петли изнаночные. Вот и все, вот и весь узор. И вот таким вот образом здесь
дырки находятся друг над дружкой, поэтому начиная с первого ряда мы повторяем, то есть вот этих две вместе, две вместе. Ну, схему заскриньте себе, которую я научилась рисовать. Вот. И по итогу, в результате у нас получается вот такой вот узор. Это еще без обработки у меня, без разутюжки, без ничего. В планах у меня, что вот эти вот дырки будут как бы разутюжены побольше. Вот. Ну, в принципе, мне больше вам сказать нечего. Поэтому такое вот короткое видео. На сегодня все. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.